Физкультурно-оздоровительный центр «Полесье-Арена» примет мини-футбольный матч, который будет являться предтечей традиционного и очень популярного соревнования «Лига Полесья». Главные организаторы – Александр Михайлович Данильченко и Иван Владимирович Трофимов, который, кстати, на днях стал чемпионом Гомеля по пляжному футболу в составе своей незабвенной команды «М-Сити». 21 числа у нас прошел финал чемпионата, открытого чемпионата Гомеля, где мы к нашей радости победили 8-3. Вот, финал был достаточно напряженный, несмотря на счет. Вот, только в конце нам удалось уже оторваться от соперника. Вот, турнир прошел просто на одном дыхании. Первый раз мы в нем участвовали и получили очень много положительных эмоций. Но самое главное, что он проходил целое лето, и вот закончился буквально 21 сентября. Вот, было очень много зрителей, что тоже очень важно для любых команд, для любых игроков. Поэтому огромная благодарность Гомельскому объединению, что они такой турнир организовывают и нас пригласили. Вместе с Иваном Владимировичем победу в Гомеле ковали Иван Литецкий, Игорь Найбищ, Юрий Самуилик, Леонид Лавренчук, Андрей Жур, Максим Летяга, Юрий Ярков, Александр Гайдуков, Сергей Климченко, тренер Иван Ноздрин. Многих игроков этой дружины мы увидим в воскресенье 29 сентября уже на мини-футбольной площадке в матче, который предваряет традиционное соревнование «Лига Полесья». В это воскресенье, 29 сентября, у нас пройдет в 16:30 в Полесье-арене пройдет матч звезд. Вот, мы уже проводили аналогичный матч ранее, да, решили к нему вернуться. Играет чемпион Лиги Полесья 5-го сезона Мелиоратор Жидкович против звезд Лиги Полесья остальных команд. То есть лучшие игроки остальных команд, можно сказать, такая сборная, будут противостоять Мелиоратору. Ну что ж, дорогие друзья, в воскресенье 29 сентября в 16:30 старт матча всех звезд на Полесье-арене вас ждет, кроме захватывающего спортивного поединка, еще и увлекательная программа. Словом, уважаемые болельщики, приходите. Думаем, вы не пожалеете об этом.